Миллионы туристов из разных точек планеты выбирают для отдыха Сочи. На курорте масса вариантов размещения на любой вкус и кошелек. О том, как должны работать сотрудники отелей и санаториев и из каких критериев слагается идеальное гостеприимство, теперь будут рассказывать специалисты сочинским старшеклассникам сразу на местах. Накануне в Сочи впервые была организована экскурсия для школьников Центрального района. Эти дети намерены в будущем работать в курортной отрасли. Санаторно-курортная отрасль является основополагающей бюджетообразующей отраслью города Сочи. Именно поэтому очень важно, чтобы в ней работали профессионалы и специалисты по различным медицинским направлениям. И вот этими экскурсиями мы хотим донести до наших школьников, чтобы они прочувствовали весь уровень, значит, гостеприимства, который до них доносит персонал наших здравниц. О том, как кипит жизнь в здравницах, старшеклассникам показали сотрудники одного из лучших санаториев города Заполярье. Медики рассказали о бальнеологии, показали ванные комнаты, администраторы дали возможность заглянуть в номера и спа-зону, а генеральный директор лично провел экскурсию по территории, ответил на все вопросы и рассказал о правилах гостеприимства и востребованности специалистов. За фасадом беззаботного отдыха, за санаторием стоит кропотливая работа большого персонала. Это инженеры, это и медики, это и работники общественного питания, спортсмены, это и химики. Это очень большая масса специальностей, которые востребованы именно сейчас. И мы испытываем некоторый дефицит по некоторым из них. Возможно, через пару лет кто-то из этих школьников будет работать в Заполярье. Спектр услуг здесь большой, порядка 400 наименований. Эстетическая медицина, бальнеология, поликлинические отделения, фитнес и многое другое. А пока у ребят есть отличная возможность узнать все тонкости профессии из первых уст. Очень интересовались, где получают образование, что нужно для того, чтобы стать профессионалом в этом деле, где обучаться, какие навыки можно получить еще, обучаясь в школе. Совместный проект управления по курортам и образованию стартовал по инициативе главы города и будет систематическим. Попасть на экскурсию в санатории, пансионаты и отели от 2 до 5 звезд может каждый старшеклассник, которому интересна сфера туризма. Группы формируются в школах с участием специалистов городского центра профориентации. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.